country. I love USA. I like USA. It's a great country. I wanna leave there, actually. That's all. My attitude to America is very positive because it's one of the greatest countries in the world with cool people, awesome location to travel, like Grand Canyon, New York, its skyscrapers. I love rooftops, and I've been rooftoping since I was 18. So yes, America is worth a visit. Я все равно, честно, все равно стараюсь держаться среднего мнения, потому что если буду лезть, плохо будет. Я бы хотел США, спасибо все, потому что там круто и вообще красиво, я слышал. Хочешь ты мне положить? Есть ли какие-то у вас идеи, почему? Наверное, потому что то, что американское, все качественное, мне так кажется. Отлично, мне там живет дядя. Ну, США — это прекрасная страна, своей историей. США? США я отношусь, да, скорее положительно, наверное. В любом случае, это совершенно другой мир, совершенно другие люди. Я не могу какого-то мнения сложить, не побывав там, поэтому, ну, судя, довольно интересно. Thank you very much. Ну, в США есть достаточно много интересного, чего нет в России. Все равно там бы стоило покупать только из-за того, чего нет здесь, где мы живем. Да, то есть чисто попутешествовать можно, посмотреть страну, но чтобы остаться там жить, это не та страна, для которой я бы хотела. К людям как относитесь самим? Ну, я ко всем отношусь одинаково, нормально. У меня нет ненависти никому. США. Хочу спуститься в страну США. Damn, boy! США. Почему США? Неплохая страна, не исходит никакой антипатии от людей. Фастфуд там сделали. Mm-hmm. Можно есть и есть. Нью-Йорк, США. Очень нравится этот город. По фильмам, по Ютубу смотрел очень много достопримечательностей. И хотелось бы очень побывать там, походить, поладить. Every country has its own advantages. US? Well, I think that the United States is a country like Russia, like Ukraine, like Europe, like another Europe's countries. Yes, I forgot what. Also, we love eating in KFC, Burger King, or McDonald's and such places like that. I like people American. Я отношусь ко всем странам хорошо. И как христианка, я молюсь за все страны. Но очень хочу, чтобы моя страна, Россия, жила очень хорошо. Чтобы здесь процветали люди, любили ближнего, конечно же, любили Бога в первую очередь. Это очень важно. Чтобы мы ни с кем не враждовали, ни с кем не соперничали. Это желание Бога любить всех. Он любит всех людей. Самого последнего грешника. Поэтому мы обязаны любить всех. Я отношусь положительно, да, чем отрицательно, потому что она дает нам много технологий новых и развивает. Пустить меньше всего. США. США, да? Да. А почему США? Ну, в принципе, политика не нравится, и ну, сами люди там живущие, они не очень приятные. Remember to subscribe to Gus on the Go.